Важное замечание для тех, кто ставит настенные газовые котлы с вот такими коаксиальными дымоходами. Коаксиальный дымоход – это значит, когда идет труба в трубе. Каждый год мы сталкиваемся с одним и тем же. Первое замечание – делайте небольшой уклон в сторону улицы. Вот это уличная сторона, чтобы при образовании конденсата в дымоходе он стекал на улицу, а не в котел. Иначе ваш котел сгниет очень быстро. И второе замечание – выводите вот эту вот насадку обязательно полностью на улицу. Это очень важно, потому что один элемент внутренний выполняет функцию дымоудаления, а вот этот большой элемент выполняет функцию всасывания свежего воздуха. Это необходимая часть для того, чтобы ваш котел работал. У нас же очень часто клиенты не выводят полностью дымоход, он где-то прячется в стене, и они просто удлиняют его канализационной трубой и думают, что все будет хорошо. Хорошо не будет. Ваш котел как минимум идет в ошибку, как максимум бабахнет. А это, как вы понимаете, не очень хорошо.